Занять товарищеское 34, телефон 8-951-061-6540. Чем сравнивают автомат Калашникова, из какого оружия застрелили Пушкина и чем отличается детский револьвер Монте-Кристо? Рассказывают и показывают музей-заповедники «Казанский Кремль». 63 экспоната привезли из Саратова и организовали оружейную кладовую. Представлено как холодное, так и огнестрельное оружие, как типовые, так и достаточно редкие образцы. На выезде коллекция впервые. Для мужчин интерес технический, для женщин эстетический. Рассказывают об оружии, как об атрибуте человеческой культуры. Просто посмотреть на это и представить, что мы настолько близко к предметам такой исторической старины. Чисто вот эстетически это нравится. Меня больше раздражает убойная сила вот этого всего, хотя, возможно, мужчин именно это и волнует. Оружием всегда с детства интересовался, мальчик там, все такое. 100 лет формировалась коллекция. Образцы с конца 16 и до середины 19 века. Среди них револьверы, винтовки, клинки, мечи и сабли из Европы, Азии и Дальнего Востока. А в этом углу представлены достаточно экзотические варианты, например, деревянная дубинка островитян земель Полинезии или же японские мечи с элементами из бронзы и легендарного шелка. А вот эта сабля из Китая, и даже во времена Второй мировой войны создавались отдельные дивизионы, которые шли в бой с холодным оружием. Еще больше можно узнать на выставке до 5 апреля. Лилия Кашварова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.